Всем привет! Сегодня эпопея все с комода, потому что, скорее всего, отдельного видео про нее не будет. Будет вот такие у нас небольшие вставки по роликам. Буду рассказывать, как что делал, чем просто мастер-класс какой-то. Показываю, как сделал направляющие. Выезжает. Это МДФ восьмерка, если не ошибаюсь. Перегородка еще задней нету. Все это из гука. Вот они направляющие. Сначала одна делил здесь. В интернете посмотрел, как их ставят. То есть ровно середина должна быть фасада. Ну, по крайней мере, так там написано. Кто-то может сделать по-другому, можете посоветовать, как их ставить и собирать ящики. Я не против. Но я покажу, как именно делаю я. И это не конечная точка в инстанциях. Каждый может делать по-своему. Вот эту часть вынимается, железяка. Элементарно, ну вдруг кому-то сгодится. Здесь вот такой есть язычочек, его поднимаете, и она слазит. Потом переносим ее вот сюда. Здесь они уже расчерчены. Ставим вот так. Все это засверливаем. Потом саморезы. И все, уже готовую боковушку ставлю на место, так сказать. И уже когда они у меня стоят, где-то вот дно с напилью на 90, это вот низ самих шкафов, и уже вот так они ходят. Ну и потом, естественно, ставлю прямой угол. Я говорю, как я это делаю, прямые углы были. Проверил их сразу же. И здесь замеряю расстояние и сразу выпиливаю основание, которое должно быть здесь вставлено. Уже, соответственно, с основанием знаю длину, оно подходит ко всем остальным, и к нему уже прикручиваю. Вот так оно сделано. Боковушка. Сами основания, они мне тоже не болтаются, не выдвигаются низ ящика. Помимо того, что они здесь в паз вставлены. Уже когда вся конструкция сходится, я ее прибиваю здесь на микрошпильку небольшую, чтобы они вообще не шевелились. Ну, естественно, потом уже боковая стенка идет. Ее тоже здесь можно на микрошпильке пристрелять в торец. Здесь клеится сначала микрошпильку, а потом уже саморезы. Если оно будет достаточно очень жесткая конструкция. Эти ящики, в принципе, очень большие. Все выдвигается. Останется только поставить фасад. Ну, фасад еще будет шлифоваться, да, пока подгонка идет. Вот как-то вот так она нужна. Сейчас стал заморочиться с ручками. Ручки не хочу покупать. Хочу сделать деревянные. Что-нибудь такое. Они тоже были сделаны из бука. Вот здесь надо будет заморочиться с петлями, потому что здесь загиб клееный. Скорее всего, будут бабочки обычные для дверцы. Здесь будет выдвижная, а здесь будет распашная. Надо сюда перегородку еще ставить. Здесь три выдвижных ящика. Ну и, естественно, задник. Для задника я приобрел четверку МДФ. Но он шпанированный с двух сторон уже буком. То есть не просто абы что, а вот именно задний тоже будет массив дуба. Ой, дубовый бука. Только МДФ шпанированный. Такая вот конструкция должна получиться. Вот такие у меня сейчас будни столярки. Сейчас вот это все напилю и буду собирать уже в нижние ящики, то есть три ящика подряд. И уже когда это все соберется, будем погонять фасады. Ну, про это я тоже видео отдельно расскажу. То есть, если у кого-то есть вопросы, задавайте. Ну, вот так я делаю эти петли. Все элементарно, в принципе, просто. Главное хорошо разметить. Раньше делал сначала ящик, и потом его подгонял сюда в размер. А так, оказывается, гораздо проще. Когда отдельно к боковушке направляющие прикрутил. Вторую также сделал. Все просто. Потом уже подгоняешь, тут уже никуда не денется. Но тут еще такая штука, вот на этих направляющих. Видите, как они закреплены. То есть при желании они вот еще у вас двигаться могут. Этот язычок вот гнется. То есть все эти направляющие можно шевелить. Без проблем.
немножко вперед даются. В принципе, легко разбираются. Сейчас про этот язычок покажу. Вот эта пластмасска, которая поднимается или опускается вниз, в зависимости право-лево, и разбирается эта вся конструкция. Все просто. Ну и вставляется она до щелчка элементарно. Может, сильно много подробностей, но кому-то пригодится. Я вот, видите, щелкнула. Все, она уже на месте. Уже не вынимается. Я корпусной мебелью не часто занимаюсь. Не приходилось сильно часто это делать. Ну, кто, наверное, сидит на опилках, знаете, те все это дело хорошо знают. Поэтому я говорю, я не учу никого, а именно показываю, как я это делаю. Ну, если интересно и полезно было видео, ставим лайк, задаем вопросы, рассказываем, как вы это делаете. Мне тоже это интересно что-то узнать. Век живи, век учись. Ну и не забудьте подписаться на канал. Всем пока и удачи!